Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт «Фокусы от моряка». В этом видео я хочу показать вам необычную и, наверное, непривычную для вас, вашему взгляду, тасовку, которая называется «Vice Shuffle». Ее я увидел в одном из семинаров Дэниэля Мэдисона. Ну, как я понимаю, Дэниэль Мэдисон, видимо, и придумал это тасование. Для того, чтобы показать вам эту тасовку, я воспользуюсь картами B. Кому интересны эти карты, как обычно, ссылку на обзор и на покупку в проверенных магазинах смотрите в описании к видео. Итак, собственно, как выглядит Vice Shuffle. Вот такой вот немножечко необычный способ тасования, который подчеркивает вашу экспертность. То, что вы можете тасовать не только классическим способом или рифлом, но и еще вот таким вот чуть-чуть необычным способом Vice Shuffle. Вот такая вот тасовка, друзья мои. Ну что ж, кому интересна эта тасовка, предлагаю перейти и посмотреть обучение. Но прежде я предлагаю вам подписаться на мой канал. Для этого просто кликните по иконке с изображением кораблика и добро пожаловать на борт. Ну что ж, а мы теперь пойдем и посмотрим обучение.